Добрый день! Вы смотрите канал «Лаборатория позитива». Сегодня будем делать поделку трудолюбивого бобра. Для этого выгибаем бумажную тарелку белой стороной наверх. Окрашиваем коричневой краской. Это может быть гуашь или акрил. Даем высохнуть тарелке 1 час. Пока краска на тарелке подсыхает, вырезаем глазки диаметром 2,5 см. Ушки вырезаем произвольной формы и размера. На высохшую тарелку клеим 2 ушка. Также клеим глазки, которые были вырезаны из белой бумаги. И затем глазки Google. Такие глазки можно купить на AliExpress. Носиком у бобра будет мягкий шарик. Черным маркером рисуем ротик. Из листа белой бумаги вырезаем 2 зуба. Это будут 2 прямоугольника шириной 1 см и длиной 2 см. И наклеиваем их, как показано в видео. Также рисуем черным маркером усы. Материалы, которые вам нужны для поделки бобра, перечислены в описании под видео. Также под видео вы можете найти ссылку на сайт, где можно прочитать о том, как делать эту поделку. Поделка «Трудолюбивый бобер» готова. Если вам было интересно, не забывайте о лайке каналу и подписку на него. Желаю дальнейшего приятного просмотра.